Полетели? Да куда полетели, Ален? Ладно, не полетели. Ты сейчас улетишь. Куда-нибудь не туда. Злой какой. Знаешь что? Что? Что ты можешь? Ты улыбаешься. А ты в очках, и что? Ты тоже в очках. Ну и все. У тебя наушники. Такое есть. Лицо довольное. У тебя тоже есть. Ну иди музыку слушай. А у тебя там что играет? У меня этот... Из 90-х хуета какая-то там пляшет. Рома. Что, блядь? Я крабик. Да. Блин, с ХВМ все печально очень. Нифига себе. Да раз, блять, крысь там. Обнаружена вражеская вертушка. А, ну он все уже трубчанский. Корова. Пиф-паф, 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 Рома, пиф-паф. Давай точку D, что ли, посмотрим. Давай посмотрим. Давай, смотри. Рома, смотрю. Ничего не вижу, Рома. Не знаю. Ну, он там бегает же, блин, рядом с БТРом. Ну, ладно. Сейчас, короче, развернемся и это, мы там зайдем. Где это хуй путало? А он за угол заехал, а я хотела в него стрельнуть с этой ТВшкой. Я! Потому что я кривая. Та-ра-та-та-та. Вон они убегают, Ален, направо, направо, вон они забежали. У меня перезарядочка. Ладно, хорошо. А может я танк взорвала, я плохая девочка. О, машина. Почему у меня так не вовремя перезарядка? Потому что ты много лишний раз сзади ударник. Почему, блядь, в него нихуя не регается, а? Я не понимаю, блядь. Я вот у меня тот же вопрос, между прочим. Либо не знаю, я, может, как-то криво попадаю. Он на крышу высадился. Так, танк едет сейчас за зданием этим. Вон он помеченный, в принципе. Я промазала, я туплю сегодня. Да нет, ты же убила. Я убила? Когда? Та-та-та! Ромочка летает, вон он выглядывает. Блять, он заебал меня уже, слушай. Это было нечаянно, между прочим. Там еще петушок рядом летает, ой, бегает, его чинит. Наконец-то, блять. Там удар не взлетел. Я знаю. Уже нет. Она.
С коровой, что ли, столкнулся? Я не знаю, наверное. Лол. Не, не успею задавить. А я все равно. За лифтом, Ален, ну в лифт убежал. Нет, не убежал. Ну хорошо, ладно. Опять цель не наша. На крыше стоит. Необходимо атаковать эту цель. У меня перезарядка. Перезарядка. Про перезарядка. Ален, по-моему, слишком долго мы здесь время тратим. Я знаю. Короче, блядь, я пока повешу, давай стреляй. У меня перезарядка. Что-то долгое. Что еще долгое? Короче, там ударник, и я улетаю. Я уже вижу, вот только что перезарядилась. Да ладно, блядь, что это там такое, блядь, летает охуенное. В смысле? Не знаю, что-то слишком дохуя оно летит. Блять, ну конечно. Блять, они совсем что ли, блять, охуели, пидорасы. Они прям как будто сговариваются и это, и пиздец. А может, они тоже, хотя это они вон, да, они там, смотри, блядь, одни ебланы нахуй конченые с клантегами. Все равно мы элита. Давай, Алена, стреляй. Молодец, перезаряд. Давай по патрону, прям вот прям четенько. Я вот стараюсь. Еще там есть еще. Меня почему-то немножко подлагивает просто. Да, вот с той стороны внизу вроде еще есть. Или нет? Уже нет. Что-то их там вообще дохуя. Стой, 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 стой. В лифте нету, потому что там наши вон убили. Вылезли. У меня перезарядка. Перезарядка. А, все, пизда, здания нету. Блять, да, там все. Ударник. Ком ударники. Ой. Ром, да вы в прятки играете. Ну, потому что нуб ебаный, блядь. Петушок. Так, корова где-то, он свыше летит. Не, я не могу вообще попадать. Это вы ракеты с такой сенсой. Бам-бам-бам-бам. Просто сквозь, блядь. Ты видел? Не. Потом увидишь. Ну вот, дым начался. Не люблю дым. Танк, Рома, я пометила. Давай. Я попала. Я очень рад.
Но это единичный случай. Каждый раз бы так попадать было бы вообще хорошо. Ой. Так, Алён. Да. Сейчас давай пересядем. Садись за пилота. Сейчас. Взлети. Все, жди. Все, все, давай, короче, пересадку сделаем. Все, отлично. У меня просто звук опять, блядь, завис. Стрелка, как будто ты стреляешь бесконечно. А. Убила? Блин. Ну как так, я, блядь, а? Я убила этого, кто чинил. Ну, все. Еще где-то танк. Выезжает с базы сейчас. Дам чистрельную ТВшку. По крайней мере, выезжал. Я вывел из строя. Поздно. Я промазал уже. Там корова. Да, она вообще... Калич. Да он? Пустой танк, блять, оставили, долбоебы. Нет, в нем кто-то сидел. Смотри, на крыше там бегают. Вижу. Блять, кто? Но не попадаю. Что-то я это юмора не понимаю. Я тоже. Что, нам сравщики или я не знаю, что прилетает такое. Не знаю. Лодка пока что пустая, слава богу. Так, ща, короче. Смотри, на цей по пульке стреляй там. Не, Ром. Все, я перезаряжайся, слишком кривая. Перезаряжайся. Перезаряжаюсь. Перезарядилась. Хорошо. Там ударник появился. Да я знаю. Вон он. Я его не вижу. Слишком туманно. Ой-ой-ой. Ну, я так и знал, блядь. Ну, у нас просто команда из овощей, блин. Печально. Рома, какой у тебя любимый овощ? Овощи? Да. Не знаю. А у тебя... Я первый задала вопрос. Ну, переводи стрелки. Ну, блядь, помидор, я не знаю. Я понимаю, смешная шутка. Что, почему? Помидор. Бля, Алён, я не знаю, какую-то хуйню спрашиваешь. Ты сам эту тему начал, отвечай. Какую? Я не спрашивал про овощи. Ты начал тему овощей, теперь отвечай, почему ты любишь помидоры? Не знаю, потому что огурцы.
Ладно. Ой. Я напугалась. Блин, даже лодку никто не помечает. На, вон она. Давай ты вверх у нее. Сейчас. Я в тумане просто не вижу ничего. Я попала, попала! По споту. У меня перезарядка. Я понял. Там еще машинка какая-то и ударник. За. Наблюдаю вражеский вертолет. Че они так сливаются-то быстро? Ну не знаю. Боятся. На, посмотри. Розного Ромку, любящего помидорки. На С смотри. Есть? Смотрю на С. Так, стой. Давай сейчас на танк зайдем. Вон, самый первый. А, самый первый, да. Не зарегалась? Зарегалась. Сейчас на второй. Там выбежал один. Зарегалась? Ну, убивай его. Убила. Там танк не убился вроде. Я не знаю, просто у тебя вроде зарегалась, но мне почему-то не пишет, что ты попала. Да все ему, пиздец уже. Там ударник. Угу. Надо стрелять туда. Мне перезарядка. Не, лодка ничья. Да, я вижу. Ибо нехуй. Танк, Ален. Танк. А мне нет, мне. Попала? А я попала. Ну, сейчас я его добью тогда. Правда, он в зеленке был. Пех выбежал. Я видела. Там его сейчас убьют. У меня перезарядка просто, я не успеваю. Стреляй там. Убила. Сейчас я сишку затушу. Все, окей. Так, давай на белом посмотрим, может кто сидит. Он, да, сидит. Давай. Там этот какой-то БМП или что-то. БТР. О. А, на С есть, на С смотри, да. Пехоты много очень. Правее. Та-та-та! Алён, если перезарядка, говори об этом, хорошо? Не забывай. Да, хорошо. Потому что если бы ты сказал, что перезарядка, я бы не виснул на одном месте и... И не было бы... А, это фейковые ракеты, фейковые, не взорвались нихуя, блядь.
китайское говно, блядь, прислали нам. Вот насмотри, что нам прислали. Вот смотри. Вот просто вот это вот говно нам прислали, блядь, не взрывается, которое. Теперь понятно, почему вертолеты, блядь, не убиваются с этой хуйни. Рома. А. Знаешь, как это называется? Как? Китайская подделка? Басня. Медиа-начина? Нет, Рома и его бом-бом. Ты не бритый, отойди от меня. Ну ладно. Убежала. Ну иди сюда, ладно. Все. Давай приседать. Давай приседать. Кикбэк это вроде называется в батле. О! Да бля! Я не успела! Сейчас, подожди. Та-та-та-та-та. Давай, залезай. Та-та-та, спасибо, 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 что дал шанс такому стрелку, как я, пострелять. Здесь где-то ударничек. Вот он. За зданием. Я опять промазал 10 раз. Бам. Лодка, давай стреляй. Лодка. Не, Ром, я не попала. Там еще и корова. Че, у меня рэп перезарядится. Ром, ты же не успеешь. А, успеешь. Стреляй. А лодку еще не убили? Да я не знаю, где она. Что-то там взорвалось. Только что это взорвалось, без понятия вообще. Я пытаюсь пометить лодку. Если вдруг она там. Нету чё-то. Может, и в эху среднем попробовать. Куда? Ну, вертолёт. А, в этот? Да. Не, Ром, чуть-чуть не хватило мне. Я кривовато. У меня перезарядка, если что. Уже нет. Па-па-пам-па-пам. Откуда? Смотри вот на этих ближних крышах. Мне кажется, там где-то. Не, чуть никого я не вижу. Наверное, с С лочили. Смотри на С, может, там есть пехота. А, лодка есть. Там, кстати, лодка. Да-да-да, я вижу. Сейчас из здания хочу... выгляну, пустишь ТВ. Да. Если я попаду еще. Давай. Я не попала. Я убил. Да не, вот именно что ты попала. Если бы ты не попала, я бы не убил. Хотя, может, ее до этого покоцали, я не знаю. Смотри, на С нету пехоты. Где там не бегают в завалах, может. Не знаю, я тыкаю на этот, на Q. Да в любом случае, если и бегают, то я не попаду, потому что я что-то не дружу с попаданием в пехоту. Вообще никак. Хорошо. Плохо. Да ладно, нормально все. Вон снайпера стоят. На здании. На квадратном полосчатое такое. Вон стоит. А я еще не вижу больше. Ударник есть, я пойду отвлечу. Да, вон взлетел.
Ты видишь его? Я нет. Пытаюсь найти. Вот он. Да все, он слился. Че, увидел кого-то? Нет. А зачем там стреляешь? Был какой-то вертолет. Да внизу ладно? Какая-то пипика. Ну, машинка обычная вроде. Че, она не едет? На месте? Нет. Что ли стоит? Да. Ну можешь это пострелять там в нее. Она уже куда-то делась. Все уже. Она вон стоит там между зданиями. Не, нету. Нету. Что она как-то, короче, перемещается, как фантом, блядь. Бля, почему мы проигрываем? Слушай, надо помочь еще эту точку захватить. Тебя чувствую, это плохая идея. Но если что, я говорил, короче, Алён. Я постараюсь, короче, вон, давай, 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 стреляй, убивай, короче. Все, пацаны, давайте захватывайте, блядь, пойдем на Е. Так, на Е сейчас танк, может быть. Да, вот стоит танк. Не попало? Я. Мне тут комарики мешают, знаешь, вот вообще. Все, надо захватывать. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально, живем. А что это такое было-то? Не знаю. Этот комар мне уже надоел. Вон, прямо. Все, полетели отсюда, короче. Молодцы. Так, ты на первом месте. Отхватывают, смотри. Я вижу. Ищи, если там, не знаю. О, вон толпа. Я понаметила. У меня перезарядка. Хорошо. Перезарядка закончилась. Давай, давай, работай. Я хочу его убить, перезарядка. Так, давай там ударник. А, давай ударник где? На, он выше. Тут туман этот дурацкий, я вообще ничего не вижу. О, сам. Ну да. Так, лодка. У нас лодки нету. И... Стой, стой, направо, направо. На А. Что, лодка? На А, нет, на А много пехоты. Стой, стой, стой. А, давай, на, стреляй. Не, Ром, все, перезарядка. Надо учиться стрелять по пехоте. Закончилась перезарядка? Да, да, да. Надо учиться стрелять по пехоте, а то это ужас какой-то. Перезарядка. Все, закончилось. Я, короче, тупая, у меня ничего не получается. Бесполезно мне стрелять пехоту. Это мне надо учиться и учиться еще. Ударник появился. Я знаю, вижу точнее. Ну хотя бы в ударник я уже попадаю изредка. Да,
Да не, мы не затащим. Хотя смотри, давай Б. А, Б, 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 Б. Надо Б, короче, не, надо А сначала. Короче, давай, смотри на А. Вот, попробуй здесь, может, выглядишь кого-нибудь. Нам надо ее отхватить, тогда мы сможем затащить. Да, вот, я убила. На, наш, блядь, наши что-то вообще это... Там ударник. Овощный, да и ссать на него. У меня с мышкой что-то происходит. Нехорош. Я нажимаю приблизить, короче, а он не приближает мне. Вот они стоят. Мне перезарядка, перезарядка. Убил, а ты убил, молодец. До свидания! А где лодка? Да нету ее. Ну а нихуя себе они все точки отхватили. Да не, все, короче. Это все. Этот лайтовый. Этот лайтовый, это короче. Это уже, знаешь, это уже не от нас зависит. Ну, что-то от нас, что-то нет. Да ладно, не стреляй, Лен, ты чё? Да я так. Все равно. Танк! Фу, блядь, ей повезло. Он лошара прослоупочил момент. А мог... Лодка. Я знаю, знаю, знаю. Да и ударник что-то там агрится. Проснулся, когда уже 25 тикетов осталось. Блять, сейчас на лодку, наверное, на... хотя не, 9 тикетов осталось. А он все, трубчанский. Танк, не убивай нас, блять. Все. Ну печально, что тут скажешь. Овощи в команде, да, играют, но печально. Помидорки. Да.